Оказаться в мире сказок великого русского поэта Александра Пушкина, пожалуй, не откажется ни ребенок, ни взрослый, когда оживают тот самый кот, ученый и русалка на ветвях, леший и баба-яга, а над сундуком с драгоценностями чахнет Кощей Бессмертный. Такая возможность у рязанцев есть. Чтобы погрузиться в волшебную атмосферу и услышать знакомые строки, а также воочию увидеть героев любимых произведений, нужно всего лишь доехать до М5 Молл. Очень даже интересно, и не ожидала такого. Интересно посвятить детей в какие-то элементы представленных персонажей, познакомить там и с Александром Сергеевичем Пушкиным, с его фигурой, и с няней с его, и с элементами сказки. Довольно-таки поучительно и интересно. Эти восковые куклы изготовлены к 200-летию Александра Сергеевича по технологии Мадам Тюссо, что позволяет выполнить черты лица и кожу максимально реалистично. При ближайшем рассмотрении вообще есть ощущение, что фигура вот-вот подмигнет тебе. Фигуры сделаны в натуральную величину. Глаза – это глазные протезы, волосы, брови, ресницы – это все настоящее, все впаивалось. Зубы – это зубные протезы у фигур. Над выставкой трудилось более 300 человек. Мастера, художники, декораторы, костюмеры. Полгода, наверное, точно выполняли полностью эту выставку. Фигуры двигаются на восхищение детям и вызывая легкие мурашки у взрослых. Вышло действительно очень атмосферно. Костюмы создавались на основании известных иллюстраций к сказкам великого русского поэта. Дети в игровой форме узнают о Пушкине, о его творчестве, узнают о том, что Пушкин написал всего лишь навсего 5 сказок, одна поэма «Руслану Людмила», потому что огромный пласт, который творчество у него есть, это кажется, что просто это тысячи, миллионы, а на самом деле по сказкам это всего 5 сказок и одна поэма Руслана Людмила. Помимо экскурсии по сказкам, каждый из которых посвящен отдельный маленький стенд, на мониторах транслируют мультфильмы, по всему залу расположены столы с пазлами и принадлежностями для рисования. Поиграть и порисовать захочет каждый вдохновленный сказками ребенок. А еще и взрослым, и детям здесь можно поймать золотую рыбку и попросить у нее исполнить желание. Выставку можно посетить до 5 сентября. 200 рублей детский, 250 рублей взрослый билет. Акция 100 рублей по будням с 10 до 11, кроме выходных и праздничных дней. Располагается павильон на первом входе торгового центра М5 Молл слева.